Нас сильно пугали Чечнёй, когда мы пошли, а нас там встретили, как будто родные ждали. Так они мусульмане, но у нас добрые отношения с ними, мы самые добрые, стараемся отовсюду взять. Мы нужны друг другу. А Бог сегодня... един, если надо. Видите, виноваты евреи, виноваты мусульмане. А я говорю, главный враг, подойди утром в зеркало, посмотри. А дальше начинает рубиться. Да благословит вас Господь.